И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Крот. Сегодня я, ребята, буду продолжать играть игру под названием Last Day Survival на версии 1.6.9. И сегодня я буду выживать, да. Сегодня я хочу дойти до каких-то домов и убивать чем больше зомбарей. А поставьте видео на паузу. И поставьте этому ролику лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление об моем новом видео на моем канале. А мы приступаем к моему видеоролику. Начинаем. Поехали. Расскажу я вам о том, что я не в записи дошел до бункера Браво, под названием Браво, и я убил там очень много зомбарей и не заснял, как я это дошел, и вот построил еще такой чуть-чуть для сундуков, вот что там было всякое такое, да. И еще вот я еще нашел М16. И я уже как бы 14 левел. Могу крафтить вот такие ресурсы. Хочу себе скрафтить вот это вот. И топор хочу себе как раз скрафтить. Мне только нужно мне необходимые вещи. Обходимые мне вещи. Отсюда вот. Сюда вот поставить. Отделить. Так, нет, это я все вытащу отсюда. Так, все. У меня есть. Я еще дошел до одного парня, у него был дом, и я ему чуть-чуть сломал. Но для этого мне еще нужен железный уже топор. Так, у меня есть. Мне нужно. Что мне нужно? Болты мне нужны. А где они? Гвозди, да, гвозди. Гвозди. Так, они у меня хоть есть? Походу нету. Но я где-то видел, что у меня было. Вот, видите, 8 штучек. Что для этого нам еще нужно? Чтобы вот это вот. Это нужно 2, я думал, больше. Так, 5 и 3 и 5. Короче, вот так вот. Разделиваем. Ставим вот сюда. Так, нам еще чуть-чуть нужно. Так, еще хочу достроить себе мой дом. Просто у меня нет у меня дерева. Или есть? Блин. Нечаянно всегда так могу нажать. Хорошо. Так. Где? Вот этого? Сколько? Хорошо, нужно еще 5. О, у меня есть вот так 10 таких. Все, давайте пойдем. Все, крафтим. Железный топор. Хорошо, сколько нужно посмотреть, сколько в него урона. Инструмент для рубки деревьев. Нету что-то. Почему урона нету? Давайте вот тут посмотрим. Нет, это просто. А нет, есть урон, да. Только не показывай, да? Так, нужно мне... Блин, у меня вообще кушать нужно. Еще я... Вот у меня... Я слил... Вот бензина чуть-чуть. С других. Так, давайте все остальное поставим. Вот так. Я себе сделал еще лук. У него 8-20 урона, а 0,6 скорость атаки. Давайте пойдем рубить домы всякие, да, чужие домы.
Так, почему это такая загрузка долгая? Вот, этот парень вот тут живет, да? О, как раз у меня 22 энергии, и вот сюда нужно бежать 22 энергии. Ну, блин, я ломал простые топором. Простые, да, такие стены. Из дерева. Не с досок, а с дерева. И они... Столько нужно много этого топоров. Думаю, железный лучше. Не будет так быстрее ломаться. Что у меня, может, только на два топора выйдет. Но мне еще нужно на кирку железную. Там есть такие, знаете, каменные стены. Так, давай быстрее. Запускайся. О, как вы... Так. Почему? Вот, видите, моторка вот тут. Я могу на нее ехать, походу. Ну это ладно. Все, видите, вот тут я вот это вот. Такие дерева только я могу ломать. Давайте сломаем уже какое-то. Так, за один удар, блин, за, если честно, много забирает. Блин, сейчас сломается. Блин, он сломался. Блин. Из-за таких вещей я шел вот сюда, да? Блин. Это так нужно долго ломать. Офигеть. Ради этой фигни я, ну... Тут есть и нифигня, но все равно чуть-чуть это очень хардкорно ломать топором железным, вот таким нормальным. И за одну стену можно сломать, да? В реальной жизни наоборот. Стена рухнет, а не топор. Так, у меня ноль. Энергии. Через 3 часа 42 минуты придет до моего дома орда зомби. Блин, так, давайте пойдем. Куда пойдем? Давайте вот сюда пойдем. Идти это 9 минут. Да, 9 минут. Давайте рекламу посмотрим. Все, ребята, я дошел до этого острова, посмотрел рекламу, и мне дало чуть энергии, я дошел. Так, нужно чуть насобирать камней, чтобы железную руду сломать, что у меня что-то кирки нету. Для этой кирки нам нужно... А нет, мы уже можем скрафтить. Я что-то забыл, что я еще теперь в доме ограбил его чуть-чуть. Короче, это очень много нужно всякого камня. Блин, идите отсюда. Железных топоров много нужно, чтобы... разломать это все. Это очень нужно много. Так. Та о! Блин. Это зомби? Нет, это не это зомби. Это простые зомбари. Давайте я чуть их поубиваю. С лука. Я поставлю вот сюда. Ах ты ж, блин.
Убегаем, убегаем, ран вассаран. Ран вассаран. Ну чё, маленький, идите. Убей его, убей. Блин, мне что-то жутко так начало лагать, и мне чё сложно. Блин, лучше бы я не ставил этот лук. Так, давай быстрее. Нужно его найти снова и убить. А, вот тут очень много зомбарей, потому что вот тут уже два из этих в голове скелетов. Если бы еще один был, то там бы был, может, и громила. Это босс, что он самый сильный. Все, ну давайте идите сюда. Ну, кто там? Что говорил, а? Сдохни, сдохни, толстяк жирный. Так. Снова толстяк, сколько здесь толстяков, блин. Давай, я тебя могу убить, даже не брать себе хп. Ну, я что говорю. Ну, теперь должен взять. Все. Ну, давайте, кто там? Вот бегуна легче убить, чем... Блин, у меня бронь ломается. Фак. Пистолет? Какой пистолет? Мне нужен лук. Нет, давайте пистолет возьмем. Что сейчас сломается, у меня ничего будет. Сдохни. Блин. Так. Хорошо, что у нас тут. Давайте покушаем. Чё? Так бегаешь, чё? Блин, валите отсюда. Так, все, можно идти домой. А всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, пишите в комментариях. Всем до новых встреч. Пока-пока. Up when I'm out, said they all wanna live.